Что может быть прекраснее детской мечты и кто поможет осуществить ее? Детской музыкально-хоровой школе «Мечта» исполнилось 35. Детская музыкальная хоровая школа «Мечта» занимается с детьми с 79 года. Помимо вокала здесь преподают уроки игры на фортепиано, баяне и аккордеоне. Также обучают детей музыкальной литературе и сольфеджио. В «Мечте» занимаются более 200 учеников. Многие из них стали лауреатами различных республиканских и международных конкурсов. Раскрыть свои способности и трудиться по-взрослому помогают ученикам опытные и талантливые педагоги. По их словам, ребенку нужно заинтересовать, чтобы у него появилось желание учиться и стремиться к новым творческим высотам. Все преподаватели с большим стажем работы, то есть это более 20 лет в основном. Первые высшие квалификационные категории. Наградным знаком у нас отмечено 3 преподавателя школы. На концерте «Музыка сердец» ребята показали свой профессионализм. Все воспитанники вложили в выступление свою душу и сердце. Заряд положительных эмоций и детская вера в чудеса не могли не покорить зрителей. Поздравить «Мечту» приехала известная выпускница школы, финалистка нашумевшего проекта «Голос», заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимуллина. Это теплота, забота, профессионализм, который дают преподаватели, это атмосфера, которая царит в школе, она ни с чем не передаваема, и поэтому на 35-летний юбилей собирается очень много людей, которые закончили уже давным-давно музыкальную школу, но вот эта теплота, любовь, она все-таки нас всех объединяет, и мы из разных городов, но мы приехали на юбилей. За долгие годы работы школы грезы учеников о большой сцене стали реальностью. Благодаря упорству, трудолюбию и таланту можно достичь желаемого. Мечты сбываются, и в школе «Мечта» это доказали. С каждым годом все больше и больше опыта дает эта музыкальная хоровая школа. Очень хорошая. Я научилась творчеству. Я стала более актерской и очень хорошо развивает голос. В «Мечте» на каждых уроках я открываю для себя что-то новое. Хоть репетиции у нас долгие, но они очень познавательные, они учат жизни и очень интересные. Я бы хотела пожелать всем учащимся этой музыкальной школы никогда не терять даром время. И то время, которое они проводят в музыкальной школе, используют по максимуму, потому что, во-первых, и образование, которое они получат, и в дальнейшем опыт, который они смогут реализовать и на других поприщах, им очень поможет. Поэтому не теряйте время зря. Зульфия Галимова, Максим Липин, новости НТР.